И Линцевич уже готов дать отмашку к началу встречи. Поехали. Артур не любит откладывать дело в долгий ящик, как вы, Яна, уже отметили на представлении этого бойца. Все его поединки завершились уже в первом отрезке. Широкая стойка у Пронина. Минеев присматривается. Ну и также отметил Пронин в интервью, что собирается, в общем, побороться. Во всяком случае, попытаться это сделать. Но это мало кому удавалось в боях с Владимиром Минеевым. Точный джеб от Владимира. Сейчас ищет варианты для того, чтобы ворваться на ближнюю дистанцию Артур Пронин. А Минеев, в общем, такой проводит работу для того, чтобы эту дистанцию контролировать и к себе соперника не подпускать. Активно пользуется джебом. Сейчас было хорошо видно, насколько скорость ударов превосходит Владимир соперника. Супермен Панч не решился выбрасывать Минеев. Большую длительную подготовку в Дагестане он провел. Сначала находился в горах, затем уже поехал в Махачкалу. Так как, в принципе, изначально до всей этой пандемии готовился Владимир к титульному бою Fight Nights Global, к другому сопернику. Лоу-кик точный от Пронина. Продолжает Артур кружить вокруг соперника. Минеев ждет атак, пытается вытянуть на себя Артура. И постоянно пользуется комбинацией джеб, лоу-кик. Очень вовремя пробил с правой руки Владимир. А никак Артуру не удается подойти. Очень много работы на смещении он делает. Ух, отличная двойка. Правый прямой зашел не до конца у Минеева. Формат встречи 3 раунда по 5 минут. Начинает Минеев соперника раздергивать. Много обманных движений. Еще один лоу-кик. Ну, пока что присматривается. И вот сейчас два боковых удара от Артура Пронина. Также пропустил Артур в этом эпизоде. Да, Владимир выглядит супер уверенно, никуда не торопится. И, похоже, есть уже небольшое кровотечение из носа у Артура Пронина. Начинается борьба. Но она будет недолгой. Предпочитает работать в стойке по обыкновению Владимир Минеев. И уже мы видим, что больно Артуру Пронину после попаданий по левой ноге. Есть! Вот это нокаут! Да! Одним разящим ударом нокаутировал соперника Владимир Минеев. Ну, в общем, так и не получилось у Артура Пронина сблизиться, по большому счету. Просто сумасшедший правый крюк, точно в челюсть. Да, шикарный так... нокаут в исполнении Владимира Минеева. Давайте посмотрим еще раз, как это было. Пошел вперед и, да, один единственный апперкот. Но такие нокауты называют гангстерскими. Никакого добивания не требовалось. Даже и мысли не было у Владимира, в общем, попытаться добить соперника. Он прекрасно понимал, что все кончено в этом противостоянии. Фаворит одерживает победу. 14-я победа в карьере Владимира Минеева. И, конечно же... Сейчас продолжатся разговоры о следующем бое Владимира. С кем он будет? Будет ли это реванш с Магомедом Исмаиловым? Где он будет, кстати, опять же, на пресс-конференции, президент Леон Уорриорс Анатолий Сульянов говорил о возможном проведении этого боя. 49 секунд первого раунда. Победу нокаутом одержал Владимир Волшанин. Ну что ж, поздравляем.